пидорасы, которые стреляют по нам, попробуем. У нас там тоже сидит снайпер. Надеюсь, он смониторит, откуда по нам стреляют. В общем, вот он щелкает, по нему сейчас БТР-а пытаются бить. Вот. А наш снайпер, я не знаю, по-моему, у него просто ракурс не тот, он держит высотку, а этот немножко получается левее гнида. Гандон ебаный.